Ребят, подождите. Вы мою маму не видели? Чё они орут? А что такое? Ребят, вы мне поможете? Я как бы тут заблудился, маму хочу найти. Братан, ты тут сам за себя. В смысле сам за себя? Ну малого-то защитите, ну как так? Ой, ёп! Назад. Что же вы не сообщили? Меня бы сразу ветром сдуло. Ой, игрушка. А пульками стреляет. Ребенок, а оружие не тяжело. Что? Оружие. Не, все, моя пушка, я все. Это моя игрушка. Берите у ребенка оружие. Это не оружие, написано игрушка. Это оружие. Да не быть не может. Ну блин, а кто бы тут, какой дурак бы тут оружие оставил? Ну серьезно. Ой-ой-ой, там... Ой, боже мой. Уходим. У тебя есть карта? Карта есть, карта есть? Нет, нет, нет. Блять, уходим тогда в другую сторону. Блять, мы тут за... Мы все, мы за... Давай сюда, 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 сюда. Обратно пришли. Все. Что, в карты сыграем? Тихо. А хочу напомнить, что видео записано на моих серверах по SPSL, так что если вы хотите попасть в видео, то ссылки в описании. А по промокоду мелочь вы получите крутые скидки на любые донаты на нашем сайте. Да они вообще-то охоту ведут. Заткнись! Они его хотят... Тихо, завались ты. Ну, окей. Да выключи фонарик, блядь! Ай, ну вот такая ситуация, что мне прям озарило. Держимся вместе. Все, один за всех, все за одного. Вот, я уже вижу. Ой, боже, наш брат умер. Брат. Не, не хочу, мне сладкого нельзя. Держи. Не, мне сахара нельзя, мама запретила. Ладно, мне будет. Ну, о! Привет! О, вы не умерли? Да, мы тут полностью вооружились. Ребенок, я это, в магаз сходил, держи газировку. Да я же говорю, у меня мама запретила сахар кушать, нельзя мне. Ну тогда я сахар. Да. Для зубов вредно там, гиперактивным будут. Все, да, вроде все. Берите бронежилет, бронежилет берите. Ребенок, возьми. Я уже взял. Он и так для меня неподъемный, еда. Тихо. Ай-яй-яй-яй! Все, сдаюсь! Ребенок, я тебя это домой привезу. Ты будешь у меня дома сидеть. О, мам, это ты? Да, это я. Фу, пошли блин. Домой. Пойдем, я не против. Давай, пошли, это для безопасности твоей. Хорошо, пойдем. Пошли, тут какие-то пошли. Же оранжевые заставили меня вот пневмат взять. Ой, игрушечный. Это печально, это. Да, за... вот, злых дядь убили, и правильно. Блин, у нас на ужин пельмени. О, круто. Я как раз не кушал. Пойдем. Есть пельмешки. Ура, пельмешки, я как раз не кушал. Давай. Но жизнь удалась, я бы сказал. И пельмешки дома, и мамку нашел, вообще по кайфу. Да. Ребенка не трогай, еще выпал, не да. Да твой, я твой, успокойся. Воровал конфеты. Подержать его на максимальных условиях. Хороших условиях, на максимально хороших условиях. Да и я его просто на работу как тупая взяла, его взяли амнезиаком, немного накачали. Да, мне что-то доктор какой-то белый пшикнул, сказал, я тебе конфетку за это дам, дальше ничего не помню. Да, он тебе киндер дал? Нет, он мне даже конфету не дал. Капец, РПД-действие дала киндер-сюрприз. Ой, держи. Спасибо, вообще. Глубоко скрытая травма в моей голове теперь отойдет на задний план. Говорит капитан отряда Индия, 18, ребенок спасен. Повторяю, ребенок спасен. Эй, мам, а что мне за пукалку дали? Я что теперь, тоже на твоей работе? А еще товарищ командир говорил, что детей любит, так что не подходи к нему близко. А я думал, должно быть все наоборот, раз любит детей, так можно доверять человеку всем сердцем. Не, он закон не любит, но любит детей. Очень сложные для 9-летнего как бы термины. Это может быть опасно для тебя. Не подходи. Ну к ладно, просто. Так и говорить, мамке поверит. Мамка-то не пиздит, это, я думаю. Это дядя плохой. Мамке верь своей. Да-да-да. Как себе верю. Я ж тебе пельмени на ужин сделала. Ну я что-то их так и не вижу до сих пор. Вместо этого мне припахали вам помогать. Мам, мне уже ноги устали, не хочу. Я пойду посижу. Не, я устал. У меня есть колы. Не, мне нельзя, говорят. А, можно, давай. Ребенок, держи. Тебя не поймешь, что нельзя, то можно. Типа, кола вредная, вся фигня. Ну все, теперь я готовить. Ой, боже, я теперь гиперактивный, я бы сказал. После сахара ты. Нам скоро спать ложится. Ну да. Ух, я прям горы свернуть, готов. У нас ученые сдохли все. Давай. Да, хорошо вы, конечно, их охраняете. Ничего не скажешь. Профессионал, это сразу видно. Запрашиваю 5 вывод моего отряда Чарли 15, поскольку не вижу абсолютного хоть какого-либо смысла в нахождении моего отряда здесь. Ой-ой-ой! Во-первых, взрывается комплекс, а во-вторых, отряд Индия 18 и Браво 14 и так очень хорошо справляется. Ну, ребята, пока.
Пока! Стой! Мамку мою подождем только. Стой, паспорт. Вот, а где мать моя? Мамку потеряли, вообще охуели черти. Эй, мамка! Ой, я думал, ты сдохла. Ребенок, после пельменей кушать. Ну пошли. Все, идем, все. Мамку мою не видели, она притащила меня, дала вот этот халат, сказала на. Жди меня. Я тебя вот сейчас шею тебе сломаю. Ты чё угрожаешь? Лучше к пацану не лезь, я как бы кунг-фу знаю, меня мамка учила. Какое кунг-фу? Да ты палка. На колени. Быстро, у меня шарики тут заряженные пластиковые, будет больно, если в лоб попаду. На, по ноге. Карточку сюда, карту сюда. Сюда карту. Ладно. Не бей. И теперь сидите тут, поняли? Не выходить. Помогите. Ой, бля, кому-ка. Бегите. Блять, ты чё всех съел, чёрт? Нам пизда. Ой, бля. Ой. Как случилось? Плохо-то так как? Плохо. Как так получилось вообще, понятия не имею. Давай ты иди. Иди, или я сейчас тебе в голову выстрелю. Давай. Я помирать не хочу. Иди, давай. Ну, ты туда тебе дорога, сталкер, как говорится. А. Да ёб твою мать, я только выбрался, сука. Да совести ей. Там жопа, пойдем, иди сюда. Там доктор. Тебя, ты мелкий шкет, тебя все ищут. Иди сюда. Короче, только тебя не будут трогать с этой картой, вот только тебя. Давай. Меня все хотят убить, только дай патроны, пожалуйста, на пистолет. А у меня все, у меня последний магазин вот этот, что есть. Ага, я понял. Ой, ёб твою мать, ой, блядь. Ну слушай, иди за ним, пожалуйста. Не, за ним иди. Бля, ты выжил как? Ёб твою мать! Док! Ааа! Бля, вы чё, ебанулись? Пиздюка убили! Да ещё кто убил? Мать же, блядь, замочила! На помощь! Пиздец, родная мать убила! Я его убила! Пиздец, родного сына завалила! У него же были родители! Понимаю. Так это я была его матерью! Да, скотина! Эй, коллеги! Убираешь, как коллеги! Опа! Что это такое? Как ты? Я пришел вам помогать, так сказать. Проник! Ребенок, там есть газировочка для вас. Тише. Ой, что это такое? Пиздец. Кто-то посмотрел новый сезон Ведьмака. Это коммунальная. Война, ты за мной, я знаю, где. А можно взять? Нет, нельзя ничего брать. Патрошки. Нет. Блин, ладно. А рацию можно взять? Нет. А птичку вам можно дать? Да, можно птичку, да. А мне некуда ее ложить. Я буду вашим рюкзаком. Будешь моим личным медиком. Я слышу BTS. Омерзительно. Еще раз скажешь и расстрел. Мне не нравится. Уважаемый охранник, надеюсь, что карта. Так уйдет, показывай сейчас. Вот. Вот, все. А? Я нихуя тебя не понимаю, шумы в рации. А, ой, 173 в комплексе. В рассыпную. Линейная тактика, линейное построение пехоты. Кто, зеленый? Открывай. А давайте сдашь, давайте вы сдадитесь, а мы вас не убьем. Давайте мы переговорим с вами. Оружие на пол, мы вас выводим, такие условия. Слышь, мелкий, тебя никто не спрашивает. Ты чё? Это тут самый главный. Ну, я тогда предлагаю, я к вам присоединюсь, вы их убьете, а я к вам. Вообще, чёрта. Ребят, позади у вас какая-то херня. Ой. Поздно, конечно. А хочу отдельно поблагодарить Архи за участие в этом видео. У вас также есть возможность попасть в ролик, для этого нужно лишь играть на наших серверах, ссылки на которые есть в описании.